Как уменьшить налог с продажи квартиры? Здравствуйте, вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Давайте к теме. Налоговый кодекс предусматривает следующие законные способы уменьшить налогооблагаемую сумму дохода, а как следствие и сам НДФЛ. При отсутствии у вас ниже указанных условий освобождения от уплаты налога. Сейчас мы их разберем. Первое. Имущественный вычет в размере 1 миллиона рублей. Эта сумма просто вычитается от стоимости проданной квартиры, и вы платите налог в размере 13% суммы за вычетом 1 миллиона рублей. Второе. Можно уменьшить доход от продажи недвижимости на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы по приобретению квартиры. То есть вычесть из стоимости проданной квартиры расходы на покупку новой, расходы на проценты по кредиту и платить налог в размере 13% с суммы за вычетом этих расходов. Важно, чтобы у вас были надлежащие подтвержденные понесения расходов, договоры, акты, платежные документы, чеки, кассовые ордеры и так далее. Третье. Доходы от продажи квартиры, полученные в дар или по наследству, могут быть уменьшены на сумму, с которых были уплачены налог при получении данной квартиры. Следующее. При продаже жилья, полученного по реновации, вычесть можно расходы по приобретению как старой, так и новой квартиры. И чтобы получить налоговый вычет, вам необходимо подать налоговую декларацию 3НДФЛ в налоговый орган по окончании года, в котором вы получили доход от продажи квартиры. Если было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!